А принцип работы какой получается? Сброс крепится к квадрокоптеру, то есть снизу подвешивается. Здесь светодатчик. Светодатчик передает на моторчик, моторчик начинает свою работу. Он отпускает гранату, и граната уже под этим воздействием падает вниз. Какой цель либо? По дому. На нашу улицу. Разматывается леска. Да. И она просто отправляется. ЧК как раз вот тут отрывается, да? Да. В полевых условиях поняли, что это необходимая вещь в условиях современной войны.